Как сейчас выйти на улицу? 5:47. На улице снегопад. Сейчас посмотрим, что там творится. Я и рада. Ой. Какие мы такие южные люди отвыкли. Степаша, пошли. Смотрите. Снег. Снег. Ты. Ага, пописюнька. Вот это я понимаю. Вот так вот. Ну что, Украина? Привет. Мост горит. Интересно, транспорт ходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это да. Сейчас выйду. Гляньте. Ну, привет, зима. Я в шубе, конечно. О, как метет. Так, калитка. Пока открывается. Ух. Тишина. Тишина. Интересно, транспорт будет ходить или нет? Такси вызывать. А сколько будет стоить такси? Так, сейчас посмотрим, как добраться. Ага, туда что-то поехало. Ну все, Google не соврал, как и обещали. Вон дом стоит весь в снегу. Ой, класс. Ой, мамочка ж там ждет рано утром. Почтовый ящик. Так. Вот, открываем калитку. Не, ну, в принципе, я тепло одета. В шубе. Ой. Машина Жигули. Да какое Жигули? Вы шо? Как ее? Он стоит. Ну, накрыто сверху хоть брезентом. Нет, такси надо. Да? Или попробуем своим ходом. О, пошла маршрутка. Смотрите. Ура, 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 ура. Это местная. По району ходит у нас. Пошла, родимая. Степаша, тебя со снегом не видно. Ой. Вот это снегопад, так снегопад. Вот это снегопад. О, на окне, гляньте. Окно все. Дверь. Ой, пенечек. Обзор дома. Да? Класс. Ой. 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 Кстати, было электричество пропало. Но ненадолго. Что оно там блымает. Фух. Но я закуталась. Сейчас, наверное, еще возьму перчатки, выйду на маршрутку, если получится, если не получится, то на такси. В общем, дорогая, любимая Украина, зимой тебя. Сейчас будем смотреть, как будут дороги убирать. Ну, надеюсь, будут убирать. Транспорт-то должен как-то ходить. Маршрутки, кстати, вчера были забиты. Локдаун, локдаун, все работают, все на работу едут, все опаздывают. Жизнь продолжается. Снегопад, снегопад, если женщина просит. Всех, всех, всех зимой, Украина. Ай, класс. Все, друзья, я погнала. Ой, меня не видно, я погнала. 6 утра, наверное, уже.